Ну что, друзья, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить с вами Life is Strange, собственно, да, первую часть. Там есть и вторая уже, и вроде третья вышла. Вот, в прошлой серии нас с вами Хлоя-то немного заколебала, да, собственно, вот этим. Я не верю. Посмотрим, что будет в этой серии. Она будет не менее интересной, чем прошлая. Вот, если ты не видел прошлую серию, быстро скажу, что ссылка в описании находится на плейлист, полное прошение данной игры, да, и подсказка там чуть ниже будет, да, описание, подсказки, там прикреплена прошлая серия и плейлист, полное прошение данной игры. Вот, а так вот, Саша, поудобнее, давайте придите обязательно, приятный аппетит, куш, приятно чипите, копите или пить воды, при этом просмотра, мы, собственно, продолжаем проходить с вами данную игру. Вот так едем обратно в эту Прагу. Спасибо, что подвезла. Успеваю на урок по искусству. Спасибо, что поехала. Извини, что было так скучно. С нами никогда не случается ничего интересного, да? Слушай, может, твой дар как-то связан со вчерашним снегопадом? Это объяснило бы твое видение. Объяснило бы что? Снег предвещает торнадо, который сотрет с лица земли Аркадия Бэй. Ты обкурилась. Очнись, Макс. Ты уже дважды спасла мне жизнь. Ты изменила мою судьбу и судьбу многих людей. Ты же знаешь теорию хаоса. И что ты знаешь о теории хаоса, мисс? Я ненавижу математику. Прошло 5 лет, засранка. Люди меняются. А у тебя здесь идеальный шторм на радость квантовой физики. Почему я? Я же обычный гик из небольшого городка. Это идеальный пример странных аттракторов. Вас что, ничему не учат в Блэквилле? Торнадо, перемотка времени, долбанный снегопад. Привет, Армагеддон! Так давай же оторвемся напоследок, рок-звезда. Как вы и сказали, профессор Прайс, супергерою нужен напарник. Почему эта хреновая неделя стала одной из лучших в моей жизни? Потому что мы с тобой снова вместе. В клуб Стеклон в октябре, что? У меня есть пару минут перед уроком Джефферсона, так что можно немного побродить. Можно, но не нужно. Погнали сразу к нему. Эй, ну что, ты пойдешь на вечеринку Циклона? Нет, не пойду. А этот снег, кошмар. Серьезно, здорово климатические изменения. Погнали сразу к нему. Макс, мы можем поговорить? Нет, не можем. Отстань от меня. Ты не против поговорить о том, что вчера было у Хлои? Я так не думаю. И вы ударили Хлою. И я думаю, она сказала тебе почему. А кстати, она ничего не говорила тебе про мой пистолет? Нет. Вы же ветеран войны. Она не опасна для вас. Если бы мне было плевать на нее, я бы даже время не тратил. В ее возрасте я был большей проблемой. Она выше этого. Да и все дети. Даже Кейт Марш. А что насчет Кейт? Ты заступила за нее вообще не вовремя. Она далеко не так, кем кажется. Кейт не сделала ничего плохого. Макс, моя задача защитить не только Кейт Марш, а всех студентов Блэквелла, в том числе и тебя. Одних лишь камер будет недостаточно. Петиции мисс Грант недостаточно для того, чтобы найти всех пропавших студентов. А разве это не ваша ответственность, раз вы тут начальник охраны? Разве что вы знаете о Рэйчел Эмбер то, чего больше никто не знает. Больше не хочу ругаться с тобой. Да вообще ни с кем не хочу ругаться. На этом все, Макс. Ну и пока, блядь. Уоррен. Эй, девчонка, а? Я же сижу в лаборатории научной фантастики. И я не котик Шреддингера. Сейчас зайду. У меня есть еще немного времени. Можно пойти посмотреть, как Уоррен уживается в роль безумного ученого. Что ты там мне писал? Привет, Уоррен. Все хорошо? Ты
как будто запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла! А ты вовремя? Мне нужна помощь с одним экспериментом. Раз ты просишь меня о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. А натрий? Мне кажется, что... Погнатрий. Погнатрий? Боже, ну у тебя и шутки. Ну, как Макс скажет. Натрий так натрий. Чё, ББ сейчас будет, смотри. Блин, ничего, никак. Не. Ну ладно, давай. Думай, голова, думай. Привет, Уоррен. Серебря... Раз ты... Мне... Кали. Не знаю, почему ты позволяешь мне решать, но... Погнали. Калий так калий. Если сработает, получишь обнимашку. Ох уж эта наука. А что тебе еще надо, ебаный? Взглянуть. Принеси мне мозг, Игор. Ой, бля. Может, не побазарить? Это совсем не сложно. Здравствуйте. О, я как раз о тебе думала, Макс. Еще раз спасибо за участие в протесте против камер. Каждая подпись важна. Мисс Грант, могу ли я задать вам весьма глупый научный вопрос? Ты знаешь, что я отвечу. Не бывает глупых вопросов. Спрашивай. Скажите, какой бы химикат вы использовали в этом эксперименте? Калий или натрий? Ни тот, ни другой. Конечно, если ты не хочешь себя взорвать, я бы добавила хлор. Как там ваша компания? Ты подписала петицию. Теперь это наше общее дело. Спасибо за помощь. Многим проще писать смски, чем подписать петицию. Так нас и пытаются отвлечь. Никто и не заметит всех этих камер на каждом шагу. Понимаю. Надеюсь, у вас выйдет оспорить установку камер в Блэквилле. Макс, с такими, как ты, мы точно с этим справимся. Все не могу перестать думать об осенних пейзажах. Ах, это мое любимое время года. Мне нравится наблюдать, как наступает осень. Весь кампус будто преображается. Мистеру Джефферсону тоже нравятся эти места. Наверняка вы уже хорошо знаете мистера Джефферсона. Разумеется, он талантливый художник и потрясающий учитель. И хотя я тут дольше него, он повлиял на всех куда больше. Должна признать, осень еще не совсем наступила. Что думаете насчет вчерашнего снега? Этому есть какое-то научное объяснение? Климат может меняться и без всяких объяснений. Хотя можно рассматривать ситуацию по-другому. Простите, мисс Грант, но мне нужно идти. Ступай, Макс, еще поговорим. Очень скоро. Что ты думаешь? О да, я ученый, сука. Что думаешь? Привет, Ор. Раз ты бросил... Мне нужно... Много калия? А попробуем чисто. Я думаю, сюда нужно добавить калия. Очень много калия. Ты только глянь на свою улыбку. Когда-нибудь ты точно станешь ученым. Ну что ж, за дело? Давай посмотрим, что там еще будет. Бам, нахуй. Она ослепила меня наукой. Чисто прикол, да, смотри. Ну ладно, давай, наверное, поможем, ладно. Привет, Уоррен. Давай, привет, блядь, еще раз. Хоть четвертый раз уже привет. Мне нужен... Хлор добавь. Ошибка, Уоррен. Нужно добавить хлор. И точно уж не натрий или калий. Хлор? И не подумал бы. Ну что ж, не буду спорить с великим умом. Попробуем. Эврика! Получилось? Нет, это все ты. Не скромничай.
доктор Колфилд. Да вы, ребята, открываете новые границы науки. Ну что, мне понравилось помогать Орну. Он довольно милый, когда становится ботаном на 100%. Да, только ты ему помогла, блядь. Опа, нахуй. Опа. Понятно. Опа. Вы не поможете мне? Я пытаюсь, но попробуй понять и меня. Зачем? Вот в мое положение никто не входит. Здорово. Извини, Макс. Можешь подойти? Конечно. Что с тобой, Макс? Ты в порядке? Прошу прощения, мистер Джефферсон. Меня беспокоит лишь то, что ты никак не сдашь свое фото. Но ты и так это знаешь. Итак, чем могу помочь, Макс? Это только между нами. Я беспокоюсь за Кейт Марш. Это не тайна. Все уже в курсе насчет небольшой вчерашней перепалки между вами с Кейт и начальником охраны. Вчера утром я вступилась за Кейт Марш, когда Дэвид Мэтсон набросился на нее. Она была не виновата. Конечно, нет. Мистер Мэтсон не самый добрый человек на свете. Но есть ли у вас доказательства его расследования? Вы что, мне не верите? Единственный раз, когда я не сделала снимок. Всегда делай снимок. Мое первое правило фотографа. И, Макс, я обещаю, это непременно будет обсуждено на совете. Думаю, ты уже знаешь про это видео. Она ужасно напугана всем этим. Даже учиться не может, потому что жизнь превратилась в сплошную пытку. А что, если Кейт сама виновата? У нее хорошие намерения, но у меня такое ощущение, будто она что-то скрывает. Ты говорила с ней? У меня тоже такое ощущение, что ты тоже что-то скрываешь. Нет. Я просто не хочу, чтобы Кейт Марш стала новой Рэйчел Эмбер. Рэйчел Эмбер? И как это связано с Кейт? Довольно трудно не думать о ней, когда все эти плакаты висят чуть ли не на каждом углу. Рэйчел не имела ничего общего с Кейт. Ректор Уэллс сказал, что ты явно что-то ему не договариваешь. Может, мне расскажешь? Не-не-не-не-не. Пошел ты нахуй. Не Ой, сейчас. Я ему не доверяю. Что-то он я как-то странно себя ведет. Я обязательно все расскажу, как только пойму, что да как. Хотел бы тебе верить, Макс. Просто за всю неделю вокруг тебя столько всего произошло. Слушайте, может мне... Извини, Макс. Алло? Да. Минутку. Мне нужно ответить, а ты пока иди в класс. Я скоро вернусь. Может, не пойдем? Конечно, обязательно. Слушай, мне нужно занятия проводить. Мне и вправду нужно идти. Опа. Опа. Хорошо. Я сделаю. О, я понимаю. Это логично. А? Серьезно, мне уже пора, да. С кем? Поговорим об этом позже. Сделай мне красивый Хайден. Мода, мода, мода. Дана, ты бесконтрольна. Повернись налево. Теперь направо. Покажи мне. Думаешь, старай. Макс будет злиться за то, что как мы сидим на столе? Тейлор? Да я... А вот и загадочная Макс. Явилась под видом мелкого хипстера. Как все эти остальные художнички. Ах, как обидно. Мяу! Выпускайте коготки. Обожаю смотреть, как чики дерутся. Ага. Теперь мне можно сесть за свой стол? Макс думала, что мы станем друзьями. Ебать. Ха-ха. Чё ты смотришь, ёпта? Смотрит на меня. Придурки. 100%. Опа. Так, зачем Дэвид фотографирует Кейт? Это же неправильно и странно. Чё, ждём, что ли, просто и всё?
Ну, нам долго ждать? О! Как жизнь, Макс? А можешь слезть со стола? Я сейчас тут Кейт видел, она вся в слезах. Кейт за последнее время досталась. Я не знал, что сказать. Да, она тоже молчала. Ладно, я понимаю, что вы меня любите, но если это не ваш класс, проваливайте. Остальных прошу присаживаться. Сегодня нам предстоит много работы, а времени, как всегда, не хватает. Ну что ж, вижу все те же лица. Кто-нибудь видел Кейт Марш? Думаю, все уже видели Кейт Марш. Ей нехорошо. Похоже, что у вас у всех на уме то вирусное видео. Быть может, это связано со студентом? Или же с другом? Интересно, как бы вы... Тебя чувствовали, если бы оказались на месте того, над кем все смеются? Никаких телефонов на занятиях, Макс. Убери его. Обычно людям нужно... Мне похуй, мужик, никаких мобильников. Мне вообще поймать. Макс, лучше бы ты в него... О, осуждаю. Угу. Нет, от этого лучше не стало бы ни тебе, ни мне. А отмотать уже не получится, да? Ну, постоянно что-то осуждать, чтобы они не обращали внимания оплатать на самих себя. За это мы можем отчасти поблагодарить реалити-шоу. В конце концов, винить мы можем только себя за участие. Круто, что Джефферсон опубликовал свою книгу о работе фотографа. Ах да, кстати, об участии. Есть некоторые личности, которые до сих пор не сдали фото для конкурса. Например, Макс Колфилд. Не дождусь момента, когда она решится. Я уверен, вы читали задание, словно это Гарри Поттер. Так что вы должны знать, что сегодня мы изучаем светотень. Это прекрасное слово, этот контраст между светом и тьмой. Именно это и придает фотографии такую визуальную силу. Это словно инь и янь. Видимо, Кейт пропустила это занятие. Я волнуюсь за нее. Мы и не видим мир всего лишь в двух цветах. Йоу, там какой-то пиздец творится у женской общаги. Закари, никогда больше не врывайся в мой класс. Послушайте, всем оставаться на местах. Свободны. Так, что там происходит? Это что, правда? Да она совсем ёбнулась. Я и не думала, что у неё всё так плохо. Ну, блядь, надо думать башкой своей, блядь, прежде чем какую-то хуйню говорить. Так, пошли. Ой, блядь. Нет! Нельзя дать ей умереть, нельзя! Нужно попытаться. Я не смогу отматывать время снова и снова. О, нихуя. Смотри, все остановилось. Бля, осуждаем такое, ребят, осуждаем. А, блядь, стоит, смотрит, блядь. Улыбится нахуй, долбоеб. Не останавливайся. Макс, ты сможешь, сможешь. Мы остановили время просто. Ёпта. Мы капельки даже есть, дождя, остановились. Ну, побежал. Шо ты? Бежишь? Давай. Догоняй. Да уж. Да. Давай, давай, рещи, 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 рещи. Что ты тут делаешь, Макс? Стой! Не подходи ко мне! Только не это. Не получается. Моя сила куда-то пропала. Неужели теперь все зависит только от меня? Макс, серьезно, не подходи! Я спрыгну. Осуждаем. Ладно, ладно. Я стою. Кейт, пожалуйста,
Макс, я знаю, что ты хочешь мне помочь. Спасибо, что заступилась за меня, но это уже не важно. Все уже не важно. Ты важна. И не только мне. Хотелось бы в это верить. Кейт, твоя жизнь в твоих руках. И мы справимся, если будем вместе. Позволь мне помочь. Я стирала все то дерьмо, что люди писали на доске около твоей комнаты. Приятно слышать, что тебе не все равно. От этого мне лучше. Я всегда буду рядом, Кейт. Мой девиз – друзья превыше всего. Мне действительно стало лучше после разговора с тобой. Ты всегда выслушиваешь меня. Кейт, прошу, поверь мне. Не оставляй меня, ладно? Я помогу тебе. Я знаю, что смогу. Утром в душевой я стерла ссылку к этому видео. Она была написана на зеркале. Выдумки! Как мне доверять тебе? А что насчет утра, когда мне нужна была помощь, а ты сказала ничего не делать? Блять, я не помню, что отвечать нужно. Я ищу доказательства, но это для меня не аргумент. Я не была уверена, это вообще, ну типа, ты что, ебанутая мать? Слишком опасно для нас, но туда опасность в чем? Да, попробуем, ладно, это. Я верю тебе, Кейт. Но мы обе будем в опасности, если я что-то предприму сейчас. Я все тебе рассказала о произошедшем. Ну что ж, теперь слишком поздно, Макс. Стой, Макс, стой, стой! Да. Я знаю, что облажалась. Прости меня, Кейт. Прошу. Тебе ведь это не нужно. Макс, моя жизнь сплошной кошмар, от которого я никак не могу проснуться. Но если я заставлю себя заснуть... Нет, не надо, не все надо. Все тогда смогут постить из себя фото моего тела. Нет. Все равно весь интернет меня уже знает. Неудивительно, успокойся. Что это называют паутиной. Оттуда ничего нельзя убрать. Ведь успокойся, мной, успокойся, например. Успокойся, успокойся. Жаль, нельзя отмотать время назад. Кейт, это наш единственный шанс победить тех, кто издевался над нами. А мы правда сможем, Макс? Я уже не верю в чудеса. А я верю. И ты одна из причин. И если ты спустишься, то я все тебе расскажу. Ты хороший человек, Макс. Даже несмотря на твои странности. Но ради тебя я спущусь. Ты моя подруга. Навсегда. Теперь обнимемся. Нет. Никому нет до меня дела. Никому. Блядь, а что тут? Блядь. Надо было смотреть. А как же твоя мама, Кейт? Что с ней будет? Ей плевать на это видео. Она любит тебя. Ты не знаешь мою мать вообще. Она уже думает, что сатана зарезервировал мне место в аду. Проверим это. Блядь, нет! Нет! Бля, такое нахуй. Ну пиздец, ну вот как? Надо было смотреть доп. Инфу у него в комнате, короче. Бля. Я знаю, что вам неприятно это обсуждать. Но мы должны выяснить, осуждаем, что сподвигло осуждаем. Кейт Марш. Это жесть. На такой отчаянный поступок. Офицер Берри можно было будет бы делать спасти? Записи можно для бы. Официального расследования. Я уверен, что вы пойдете на сотрудничество. Такая трагедия. Да, да, продажа на хуй, бля, давай, пизди. Но всему должна быть своя причина. Да, да, нам да. Нам нужно выяснить, что сподвигло Кейт Марш на такой ужасный поступок. Как ректор Академии, я серьезно отношусь к своим обязанностям. Да, вон мальчик сидит и плачет, да. Я забочусь о благополучии каждого ученика. Угу. То, что произошло сегодня, не должно случиться вновь. Мистер Мэтсон, именно вам должно быть известно, что двери на крышу должны быть заперты. Это стандартная процедура. Странно, что в этот раз они были открыты. Мистер Джефферсон,
Я понимаю, вы не можете знать, чем занимаются ваши ученики. Но Кейт помогала вам на ваших уроках. Вы должны были хоть что-нибудь заметить. Здесь осуждаем такое. Мистер Прескотт, так как вы организуете вечеринки клуба «Циклон», и поскольку Кейт посещала вашу последнюю вечеринку, вам придется ответить на пару вопросов. Конечно, мальчик, рассказывай, блядь, да. Мисс Колфилд. Мальчик. Почему вы были на крыше вместе с Кейт Марш? А почему ты мне задаешь вопрос? Вы знали ее планы? Она что-то сказала? Прошу, расскажите нам все. А почему ты мне задаешь вопросы? Ты ему задай вопросы. Я знаю одно. Кейт была на вечеринке, и Нейтан накачал ее. Она потеряла рассудок и стала целоваться с мальчиками, сама того не осознавая. Я накачал ее? Что за бред? Да ты вообще видела тот ролик? Неважно. Кейт перебрала и отрывалась на танцполе. Ты же сказал Кейт, что отвезешь ее в больницу. Я сказал, что собираюсь отвезти ее в больницу. В итоге она протрезвела. Чушь! С ней что-то случилось, и ты это знаешь. А может, поговорим о том, как ты притащил пушку в туалет? Это же полнейшая ложь. Я могу подать иск на вас и всю вашу школу. У меня уже есть адвокат. Погоди, Макс. Ты сказала мне вчера, что ничего не случилось. Ты все это выдумываешь? Как я могу верить тебе? А нах ты его защищаешь? Вчера понятно, я испугалась. Блядь. Продажный чел, блядь, но понятно. Но сегодня я скажу правду. Я это прекрасно понимаю. И поскольку мистер Прескотт в полной мере был зафиксирован на видео, а также был ответственным за вечеринку, я вынужден отстранить его от учебы до его дальнейших показаний. Отлично. Увидимся в суде. Извините. Мне кажется, что Нейтану и Макс не помешал бы отдых перед допросом. Погибла сокурсница и хороший друг. Не нужно им сейчас об этом говорить. Ну да, я вроде сейчас сильно расстроен. О, блядь. Хотел бы побыть с родными. Хорошо, мисс Кулфилд. Да, да, пизди, пожалуйста, блядь. Подпишите это, чтобы подтвердить ваши сведения. Ну, продолжу это расследование отсюда. Голова просто раскалывается. Но я думаю, что смогу использовать силу снова. А я не хочу. А если я не хочу? А если я не хочу? Ну ладно, блядь. Понятно, нахуй. Итак, я думаю, теперь нам известно еще меньше. Мы будем помогать полиции в дальнейшем расследовании. Я знаю, что сегодня был напряженный день. Хотел бы я иметь силу изменить все в лучшую сторону. Спасибо, что пришли. Угу. Мне кажется, вот этот Дэвид, видишь, вот этот, который вот охранник, я думаю, он тут он не негативный персонаж, мне так кажется. Просто вот так видишь, вот так выставляют в этой игре, что он негативный, но на самом деле, я думаю, не он. Мне кажется, не он. Ну, просто, знаете, так кажется. Я не могу поверить, как это все произошло. Я видела, как она падает. И верила, что смогу ее спасти. Как супергерой. Перестань, Макс. Тут нет твоей вины. Кейт сама выбрала этот путь. Сама. Не ты. Я протянула свою руку. Хватит. Ты единственная, кто бросился на крышу. Тебе было не плевать. Господи, да какая вообще разница? Если бы людям было не наплевать, все было бы иначе. Ты тут самая лучшая. Знаешь, я страшно облажалась. Это ничего не меняет. Уоррен, я знаю, это прозвучит странно, но... Что-то ужасное происходит в Блэквилле. Особенно сегодня. И я пытаюсь доказать, что Кейт Марш и Рэйчел Эмбер связаны. Как-то. Вместе с Нейтаном и мистером Мэтсоном. Я не шарю в теориях заговора, но согласен. Нейтан напугал меня вчера, а Мэтсон полный отморозок. Так как думаешь, что происходит? Какого черта? Погода под стать этому странному дню. Холодает. Сегодня не должно было быть затмения. Я бы знал. Знал. Я верю тебе, Уоррен. После всего случившегося я готова поверить во что угодно.
Да уж. Да уж. Такое осуждаю, но это прям жесть. Мне все-таки кажется, что он, ну, Дэвид тут вообще, ну, ни при чем, мне так кажется. Я думаю, он, наоборот, тоже заинтересован в том, чтобы... Я думаю, он знает больше нашего. И мне кажется, он пытается тоже выяснить, что тут да как творится. Опа. Что-то, видишь, он ему сказал, и ты уехал. Подозрительно, подозрительно. Это плачет теперь. Ты сама сделала. О, блядь, понятно. Да, блядь. Это кто? А, тот чел. Да. Блин, ну честно, я не знаю, можно было ли его вообще спасти, просто я думаю, можно было бы. Если я бы тогда, ну, подольше был в ее комнате, помните, когда мы ходили, ей флешку давали, почитал бы, ну, много чего исследовал бы, да, почитал бы. Возможно, можно было бы. Ну, следовало комнату, да, в принципе, ее как персонажа, и можно было бы, наверное, спасти. Можно было бы, наверное. Я не знаю, честно, не знаю. Да, выясним, что происходит. Мне так жаль, она сказала. Месяц. Она сказала, мне так жаль, это за меня что-то, ну, не по себе. Она сказала, давай выясним все вместе. Да, трэш. Жалко, музыки здесь нет, но, ребят, ну, авторские права не очень хочется. Рэйчел. Папки какие-то, смотри. Что, бля? Кейт. Смотри-ка, папка здоровая. Ой, что это? Ну, я уверен, что это не... Ну, вот мы с вами, ребят, прошли эпизод второй. Я думаю, это не Дэвид. Мне так кажется, что это не Дэвид. Я прям уверен, что это не Дэвид. Да уж. Конечно же. Мы с вами прошли этот второй эпизод. Да, без музыки, конечно, здесь будет. Ну, что поделать, авторские права. Интересно. Интересно, к чему все это приведет. Да. Интересно, к чему это все приведет. Я вроде помню, кто там, ну, антагонист главный, вроде как помню. Вот. Но если вы не знаете, смотрите, все будет намного интереснее. Не так очевидно. В принципе, все, ребят. Спасибо за просмотр. Такая... Джекблок, второй эпизод пройден. Интересно, что будет дальше. Интересно. Очень интересно. Я думаю, все-таки докопаемся с вами до сути. В принципе, все, увидимся в четырех. Давайте. Так, ну... Такая статистика. Угу. Вот так вот. Теория хаос. Третий эпизод. Ага. Теперь, ребят, давайте. Спасибо за просмотр. Увидимся в сериях. Давайте.